Всего форум собрал порядка 200 участников со всей Сибири. Каждый регион представил свою программу. Все они направлены на решение социальных проблем. Например, в Омской области в течение 5 лет действовала программа по защите несовершеннолетних. Можем смело сказать, что эта программа, ее реализация, тех мероприятий, которые в ней были, оказала огромное влияние. Во-первых, на снижение преступности среди несовершеннолетних, повторной преступности, снижение количества случаев жестокого обращения и насилия в семьях. Опыт Амичей заинтересовал многих. Что же касается Бурятии, то и наши наработки стали интересны не только коллегам из России, но и из Монголии. Мне очень нравится специализированная помощь тем, которые страдают психическими заболеваниями. И поэтому это мне нравится, потому что у нас сейчас только развивается такая служба общего профиля. Всего на форуме было представлено порядка 40 проектов, в числе которых создание доступной среды для людей с ограничениями здоровья, социальному обслуживанию и сопровождению отдельных категорий граждан. Некоторыми всерьез заинтересовались власти Бурятии. Учиться никогда не стыдно. И там есть проекты, которые на нашей территории еще не внедрены, но мы обязательно будем их внедрять. Это, например, комплексная реабилитация инвалидов, увеличение и усиление работы волонтеров. Долгосрочное и долговременное ухаживание за престарелыми. Также в рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Бурятии и Ассоциацией агентств социальных коммуникаций. Цель документа – установление партнерских отношений и развитие долгосрочного сотрудничества сторон. По итогам работы составлена специальная дорожная карта. Лучшие проекты будут представлены на Всероссийском форуме в Москве. Батыр Ламбаев, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.